Дела сердечные. Кардиохирурги Чувашии поставили на поток операции, позволяющие вернуть пациентам качество жизни. Наша съемочная группа побывала на одной из них. Аорто-коронарное шунтирование. Каких-то 20 лет назад такие операции считались уникальными. Сейчас их выполняют более 160 в год. Ишемическая болезнь сердца молодеет, поэтому важно сохранить качество жизни пациентов. Сегодня мы вот как раз будем выполнять одну из таких операций. Операция аорто-коронарного шунтирования у пациента с тяжелым поражением коронарных артерий, у которого из-за того, что поражены атеросклерозом эти артерии, отмечается плохой приток крови к сердечной мышце. Сама операция шунтирования – это обход пораженных артерий с помощью сосудистых протезов. Они, кстати, тоже берутся из ткани пациента. Собственный материал лучше приживается, дает хорошую проходимость и положительный прогноз на будущее. Вот уже 22 года заслуженный врач Чувашии Андрей Драгунов проводит такие операции. Многолетний дружный наш коллектив выполняет самые сложные операции. Андрей Геннадьевич, как лидирующий, как скрипка, первая скрипка этого оркестра, выполняет сложнейшие операции на сердце, благодаря чему у нас замечательные результаты. Такая операция длится минимум 2 часа. Кстати, проводят их в Республиканском кардиологическом диспансере бесплатно. Далее пациента ждет 3-этапная реабилитация. Это важный момент в системе лечения. Теперь здесь можно пройти все этапы – диагностику, подготовку к вмешательству, саму операцию и реабилитацию. Произошел инфаркт. Поставили стенд, предложили шунтирование, согласился. 9 июля сделали операцию. Сейчас чувствую себя отлично. Игорь Левицкий перенес 2 операции на сердце. Последнее – шунтирование. Она прошла неделю назад. Сейчас Игорь проходит реабилитацию. Операция прошла успешно. Спасибо докторам. Проводили операцию, я, правда, не помню. Но сказали, что все прошло хорошо. Послеоперационный период уже закончился. Чувствую себя нормально. Современные технологии лечения – основа национального проекта здравоохранения. Его главная цель – увеличение продолжительности жизни. Юлия Важенина, Маргарита Мельникова, Бахтияр Велиев, Республика.